Слушайте, мы 3 недели готовились к этой операции. Либо сейчас, либо никогда. Это крупнейшая партия наркотиков. Ответственность за совершенные злодеяния взяла на себя радикальная группировка, так называемая «Неуловимая». О чем? О том, что это мы? Или о том, что это не мы? Или о том, что это часть мы, а часть он? Давай познакомимся. Тебя как зовут? Ты знаешь, я когда маленький был, много хороших книжек читал. Я хочу, чтобы мы были вместе. Пожалуйста. Про то, что добро всегда побеждает зло. Про то, что надо подняться против несправедливости, она исчезнет. Ты понимаешь, что мы с тобой ничем не отличаемся? Просто ты живая. А я нет. Он убивает людей. Это не люди. На совести каждого из них человек 100. Может, 200, может, 300! Ты со мной! Надо ее вытаскивать. Можно будет вытащить того, кто этого не хочет. Не боишься? Я прошу тебя, пожалуйста, останься, не бросай меня! Такой дурак. На себя посмотри.